Ось так прокидаються усі, і прокидаємося ми разом із нашим ранковим гостем, обласним координатором ChristoFest 2017 Олександром Єгоровим. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую вам, що ви з нами. Отже, ChristoFest 2017. Якщо 2017, то я так розумію, що було і 16, і 15, і так далі. Як давно взагалі в Миколаєві цей фестиваль? І взагалі, якщо порівнювати з минулим роком, що тоді було і що зараз буде? Фестиваль в Миколаєві вже несколько лет, так як і сама акція «Зробимо Україну чистою разом». Но, конечно, 2017 год для всей Украины, не только для Николаевской области, будет намного серьезнее, так как организаторы национальной команды «Let's do it, Ukraine», значит, добавили то, что в 2017 году все 24 области будут соревноваться между собой за звание лучшего чистофеста в Украине. То есть раньше соревнований не было? Нет. Теперь есть стимул. А для победителей что же ждет этих победителей? Какой стимул? Для победителей, к сожалению, организаторы решили оставить это еще в секрете подарок, но сказали то, что в первую очередь подарок будет основан для города. Ну, конечно, команду тоже не обидят. Но я хочу сказать то, что мы считаем, если победит именно Николаев, и мы делаем все для победы Николаева, то это и будет самый главный подарок для нашей команды. А по поводу команды вообще, кто эти люди, как их много и чем они занимаются? Команда Николаевской области, так как и в других областях, это, в принципе, студенты, которые хотят сделать свой город лучше, которые любят свою Украину, которые любят свою землю. Каждый учится на своей специальности, но всех нас объединяет одна цель – это сделать Украину чистой вместе. А если говорить о самом фестивале, какие направления охватывает этот фестиваль, кроме, скажем так, формально уборки? Значит, хочу сказать так, то что 29 апреля с 10 утра пройдет уборка главной локации в этом году, это пляж Намыв, а также с 10 утра до 10 вечера пройдет ChistoFest, это экологический фестиваль. У нас, так как мы выбрали достаточно сильную программу в этом году, потому что считаем, то, что Николаев один из самых талантливых, плюс наш город еще город корабелов, и мы хотим еще включить в нашу программу поход яхтсменов на своих яхтах, потому что считаем, то, что в Николаеве без яхтсменов... Ну... А, то есть, я так понимаю, что будут прям такие соревнования, посвященные ChristoFest 2017. Да. По поводу участников для этого ChristoFest, есть ли какая-то предварительная регистрация и для чего регистрироваться, что потом делать? Конечно, волонтеры на ChristoFest 2017 регистрировались буквально в течение 2 недель по Google форме. У нас была реклама по соцсетям и также в нашей официальной группе «Зробимо Миколаїв чистим разом». Через 2 недели, то есть вчера, 30 марта, мы собрали полностью всю команду, и с сегодняшнего дня мы уже начали упорно работать. Если раньше работал только я и еще несколько моих главных замов, то со вчерашнего дня работает полностью вся основная команда, в которой состоит 23 человека. Если говорить о каком... 20, сколько еще раз? 23 человека. 23 человека. Перебил вас, а вы все уже сами сказали. Эти люди, соответственно, будут координировать участников потом ChristoFest, когда уборка будет. По поводу организации самой уборки, весь инвентарь, все это вы предоставляете или нужно будет собрать с собой? Весь инвентарь предоставляем. Так как Николаев собирается в этом году собрать 25 тысяч человек. Даже так, я так чувствую, с таким количеством 25 человек можно убрать просто всю такую область Николаевскую. А если говорить 25 человек, то мне кажется, что пляж это как-то маловато. Какие-то еще будут места для уборки? Конечно, это будет в основном вся область, так как в городе центральной локации будет пляж, но если это где-то ракетное урочище, которым далеко доехать в Заводский район на Намыв, то они убирают у себя в ракетке, те, кто живут в населенных пунктах, села, деревни, то есть они убирают свои населенные пункты. Коблево, то, которое достаточно уже отделенное от нас, то, конечно, убирает свой населенный пункт. А если говорить обо всех участниках, эти 25 человек, какой-то подвоз к центру будет ли потом для того, чтобы все поучаствовали в этом именно уже в фестивале, который будет с 10 утра? Сейчас мы еще рассматриваем этот вопрос, но, к сожалению, я думаю, то, что каждый должен будет добираться сам. А по поводу самого фестиваля, который начинается в 10 часов, ну, фестиваль-то раньше, уборка, имею в виду само уже центральное мероприятие, да, экологическая эта встреча, что в программе включено?
Значит, на самом фестивале мы встречаем, смотрите, у нас первые люди, волонтеры, те, которые едут на уборку на намыв, это там музыка, чуть-чуть какой-то еды от наших спонсоров PepsiCo, плюс мы под прекрасным настроением убираем наш любимый пляж. На самом фестивале это главное, будет... чтобы после уборки не остался еще мусор после, от партнеров. Его тоже нужно будет убрать. И после этого, после уборки уже? После уборки все волонтеры, также со всеми жителями города, приезжают к нам на фестиваль, где их ожидают море прекрасных эмоций. Это будут также ярмарки, показательные выступления от наших спортсменов и какие-то мастер-классы, показательные выступления. Это будет просто, я считаю, шикарно. С 4 часов мы начинаем нашу концертную программу. Для детей будут подарки, аниматоры. С 10 утра наши аниматоры будут зазывать весь город. С самого утра мы поставим всех просто на уши, чтобы люди к нам приходили, понимали то, что 29 числа, 29 апреля, мы будем рады видеть весь Николаев на нашем фестивале. Ну что ж, друзья, приобщаемся все к Чисто Фесту 2017. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня, проанонсировали это мероприятие. Надо еще раз, что сегодня спокойствовался и с областным координатором Чисто Фест 2017 Александром Егоровым.